Казахстанские дизайнеры продемонстрировали свои работы на показе мод в Сеуле. Шоу состоялось в рамках 13-го форума сотрудничества Корея и Центральной Азии. Из-за пандемии показ провели в онлайн-режиме, а дизайнеры из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана пришлось 2 недели находиться на самоизоляции. Нашу страну представлял дом моды Кункей. Моделями стали иностранки, проживающие в Корее. Всего представили 19 нарядов, предназначенных для казахского обряда Казузату. Особенностью коллекции стали национальные орнаменты и узоры, по словам организаторов показа секретариата форума сотрудничества Корея и Центральная Азия. В Сеуле такая одежда в казахском национальном стиле представлена впервые. С Казахстана специально была отправлена красивая традиционная свадебная одежда, которая, как мне кажется, хорошо выражает красоту традиционной культуры. Думаю, что через этот показ наши корейские граждане будут очарованы красотой казахской одежды. Особенностью нашей именно национальной коллекции являются наши ручные авторские орнаменты и ручная вышивка на орнаментах полностью с использованием люксовой фурнитуры. Все головные уборы, аксессуары, украшения, все выполнено вручную полностью. И это наша особенность.